Зима в этом году в регионе выдалась снежная. Детям раздолье, коммунальщикам и водителям головная боль. За ситуацией на дорогах следит 41 камера. Ведется лесопожарный мониторинг. Пока, к счастью, ничего критичного, но полицейские все же просят курян быть внимательнее и осторожнее, не парковать машины на проезжей части и приходить дороги только в специально оборудованных для этого местах. Сами силовики круглосуточно в режиме повышенной готовности. В случае возникновения любой внештатной ситуации, даже транспортного происшествия, просим обращаться по телефону. Телефон дежурной части отдельного батальона ДПС ГИБДД 367001, 367002. Либо через 02 или с сотового телефона 102, это телефон дежурной части МВД России по Курской области. О погоде переживать тоже не стоит. Никаких лютых внезапных морозов или снежного апокалипсиса, по крайней мере, на ближайших выходных. Опасности добавят только местами появляющиеся туманы. На 12 число временами пройдет небольшой снег. Мороз при прояснениях может усилиться в ночные часы до 8-13, местами до 16 градусов. И днем будет прохладнее, 4-9 градусов ниже нуля. 13 числа временами ожидается небольшой снег. При температуре ночью 6-11, днем 1-6 градусов мороза. На территории области бесплатно и круглосуточно работает единый телефон службы спасения 112. Анна Пикулина, Антон Латышев, Андрей Зарубин, телеканал 7.